В соответствии с постановлением главы муниципального образования город-курорт Анапа Сергеева Сергея Павловича уже второй год на территории Анапы проводится ежегодный конкурс «Лучше по профессии». В простонародье его называют «прибыльное гостеприимство», где принимают участие работники сферы обслуживания, потребительской сферы и санаторно-курортного комплекса. Разыгрываются номинации – это «Лучший озеленитель», «Лучший аниматор», «Лучшая горничная», повар лучше. Лучший повар, лучший администратор. То есть, и даже в этом году будет лучший бармен, да? И в этом году даже будет лучший бармен. То есть именно в этом конкурсе принимают участие именно те люди, на чьих плечах вытаскивается фактически весь курорт, которые встречают наших гостей первыми и, соответственно, провожают наших гостей уже удовлетворенными после отдыха в Анапу. Особенности этого года, этого конкурса? Уже сформирована конкурсная комиссия, уже определен состав жюри. В этом году на конкурсе будут применены новые инновационные технологии. То есть первый этап конкурса будет проходить тестирование, и тестирование будет, ну, соответственно, связано с компьютерными программами, которые будут установлены соответствующими специалистами. И помимо того, что люди умеют делать руками, будут проверены их еще теоретические знания.